Друзья, хочу поделиться с вами французским рецептом блинчиков с яблоками. Яблоки нарезать маленькими кусочками, огрызки и все такое, сердцевину не выбрасываем, потому что это пойдет в чай. Пока жарю блинчики, завариваю чай. К яблокам добавила свой сбор трав, и получится отменный вкусный напиток. Вот, яблоки нужно практически потушить на сковородке с ванильным сахаром, щепоткой корицы. Все это хорошо тушить до тех пор, пока яблоки не станут такими сочными, ну, как вот пектина не выделяют. Да? Затем добавить сыр, нарезанный любой, накрыть крышкой и, как видите, делать начинку яблоки и сыр. Мы, конечно, сделали на скорую руку это все, но если уделить этому времени, то получится невероятная вкуснятина. Оно и так вкусно.